машины разгоняются, они просто, водители не думают, что здесь есть пешеходный переход, тот, кто часто не ездит, и создаются часто аварийные ситуации, поскольку большой поток населения с Нурлутау в сторону Рамстора в обеденное время большой поток сотрудников, которые ходят там в магазин там, и по своим делам, потому что кроме этого пешеходного перехода перейти негде.